Подарки для детей юго-востока Украины вновь собрали в Чувашии. Машина с новогодним грузом выехала сегодня в Ногинский спасательный центр МЧС России, где будет сформирован общий гуманитарный конвой для отправки в Донецкую и Луганскую области. Всего в рамках благотворительной акции органами исполнительной власти Чувашской республики и главным управлением МЧС России по Чувашии собрано около 1,5 миллиона рублей. На эти средства сформированы около 5000 новогодних подарков. Все они вскоре найдут своих адресатов.